И о спорте. 4 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей. Таков итог выступления дагестанских борцов на гран-при Ивана Ярыгина. Турнир проходил в Красноярске в течение 4 дней и завершился накануне. Итоги в кратком обзоре подвел Курбан Рагимов. Ему слово. Сборная Дагестана – лидер неофициального общекомандного зачета Ярыгинского турнира. Об этом стало известно еще вчера. В заключительный день соревнований наши борцы претендовали на 3 золота. Третий день подряд дагестанцы оспаривают медаль высшей пробы в очном противостоянии. Чемпион Европы Даурен Куруглиев встречается с молодым и амбициозным Аманулой Расуловым. Эту схватку партнеры по команде начали осторожно. А развязка наступила во втором периоде, когда Куруглиев включился и провел результативные атаки. Тяжело все-таки, рисковать особо так тоже не хотелось. Можно сказать, схватку контролировал я, но... Аманула Расулов с каждым годом набирает, от турнира к турниру набирает. Хороший парень, такой чувствительный. Дальше, я надеюсь, чемпионат Европы Джамбулат Ильич вроде освободил от ярыгинского турнира только олимпийских чемпионов. А других речь не шла. Будем надеяться, что поедем на чемпионат Европы. В этой же категории бронза в активе у Ады Багамедова, который буквально выгрыз победу в малом финале за 13 секунд до конца встречи. Также третьим в весе до 74 килограммов стал Магомед Расул Газимагомедов, который днем ранее уступил будущему чемпиону Чермену Валиеву. В одном из самых ожидаемых финалов дня Кайл Снайдер был сильнее Шамиля Мусаева. Полутяжеловес из США был здесь явным фаворитом, однако Мусаев все же попытался дать бой олимпийцу. Хасавюртовец вел со счетом 3-0, но к середине встречи Снайдер перехватил инициативу и довел схватку до победы. 4 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых наград. Дагестанские вольники в очередной раз завершили турнир в Красноярске с лучшим результатом. Победители соревнований войдут в круг претендентов на поездку на чемпионат Европы, который пройдет в конце марта в Будапеште. Намерение, как уже часто бывает, конечно, всегда было побольше золотых, максимально больше. Такого какого-то определенного прогноза или такого не было, что какое-то количество медалей надо завоевать. Наша команда была укомплектована на процентов 70-80%, потому что многие лидеры не боролись. 97 килограмм Алихан Джабриев не боролся, Садоваев был освобожден. В целом ребята выступили очень хорошо. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск.